Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я покажу вам неповторимую красоту и завораживающее очарование фото сказочной зимней Японии. Молодой 22-летний японский фотохудожник подарил всему миру свои работы, которые наполнены очарованием и любовью к своей стране. Посмотрев эти фотографии, многие из нас захотят побывать в этих красивых местах и увидеть все собственными глазами. Глядя на эти фотокартины, оказываешься в самой настоящей сказке. Это чудо, как похожи эти виды Японии на красивейшую во всем мире зимнюю Россию. Фотографии сделаны в Гинзан-Онсен, одном из самых красивых японских курортов, знаменитым своими горячими источниками и минеральными водами. В этом месте, расположенном в префектуре Ямагата, фотограф, скрывающийся под ником Наогоши, сделал потрясающую серию снимков, поразившую пользователей всех соцсетей. Местная природа и город невероятно красивы, а в зимнюю пору выглядят совершенно волшебно. Этот край как будто сошел со страниц сказочной книги. Подписывайтесь на мой канал. Здесь только лучшее. Замолкаю. Давайте посмотрим в тишине это великолепие.